Так, ну что у нас на видеообзоре? iPhone 11 Pro идет в идеальном, я бы сказал, состоянии внешнем. То есть, как сами можете наблюдать, ни царапинок, ни сколов, ничего. Сейчас заблокирую. Только отпечатки пальцев. Вот, так, царапинок нету ничего. Торцы корпуса тоже в отличном состоянии. То есть видно, что телефон не роняли, сколов нету на самых таких больных местах. А далее давайте пройдем к обзору по самому телефону. Идет на 64 гигабайта. Я посмотрел. Экран родной. Ничего в нем не менялось. Идет Трутон, функция присутствует. Ой. Сейчас, секундочку. Так вот, Трутон присутствует и работает. Далее заходим об устройство, видим, что на 64 гигабайта, как и заявлено. Идем к аккумулятору. Состояние аккумулятора 80%. Аккумулятор тоже не менялся, тоже абсолютно родной. Face ID. Как видим, работает тоже. Все, дальше не будем его ставить. Потому что и так понятно, что работает. Камера. Так, сейчас фокусировку настроим. Камера четкая, отличная, не замыленная, не запотевшая. Фронтальная то же самое. Так. Камера в отличном состоянии. Сейчас пройдем с вами, послушаем громкость. Динамики работают. Громко, телефон сим-карты видит. Вибро работает. iCloud нету, никаких ограничений нету. То есть можно смело покупать. Телефон в отличном состоянии, прям 100%. Даже по болтам видно, что их не трогали. Ну тут, не знаю, не видно, наверное, будет, не возьмет фокус. Да, не берет, к сожалению. Так что смело покупайте, рекомендую данный телефон.